продолжим разговаривать о том, как в коллекцию попадают и задерживаются в ней интересные предметы. Если удается найти себе учителей, наставников, это, конечно же, здорово. Здравствуйте, мы с вами снова на канале «Заметки нумизмата» и продолжим разговаривать о том, как в коллекцию попадают и задерживаются в ней интересные предметы. Ну, в коллекциях, которые собраны с душой, наверное, про каждую монету, про свою коллекцию я могу сказать абсолютно точно, про каждую монету можно рассказать ее историю появления. Но очень важно, конечно, при коллекционировании еще какой-то элемент интуиции. Хотя интуиция, понятно, это в значительной степени насмотренность, внимание, внимательность, ну и, конечно же, впитывание информации от тех людей, которые готовы тебе ее дать, готовы тебе чему-то поучить, рассказать. Если удается найти себе учителей, наставников, ну и просто людей, с которыми можно побеседовать, это, конечно же, очень здорово помогает в процессе коллекционирования, неважно, чем вы занимаетесь, но в данном случае речь у нас о монетах. И вот сегодня такой случай, про одну из, даже про две монеты из своей коллекции я и хотел бы в очередной раз вам рассказать. Перед вами рубль 1901 года в очень хорошем состоянии, в блеске, но рубль не совсем обычный. Причем необычный он аж несколько раз. Во-первых, на гурте у этого рубля буквы АР. Новый мицмейстер Александр Редько как раз в 1901 году вступил в должность. Монет с его инициалами выпущено в 1901 году немного. Возможно, что даже выпускались они уже по большей части в 1902 году, но со старой датой. Точно мы этого не знаем, но монет этих очень-очень немного. И в частности, именно рубли со знаком АР являются редкими, раритетными. Такой рубль даже не в очень сильном состоянии приобрести в коллекцию бывает сложно. Иногда монеты ищутся годами, а уж в сильном состоянии тем более. И вот однажды я увидел у владельца антикварного магазина целую коллекцию монет, альбом. Там были разные монеты, в основном советского времени, и было несколько красивых императорских монет. Причем несколько советских я сразу взял, монеты достаточно интересные, тоже нечастые. А вот с этим рублем сразу же возникла заминка. Ведь на гурте его стоит как раз знак АР. Не только я, но и владелец антикварного магазина видел эту надпись, понимал, что монета редкая, но всегда закрадывается червячок сомнения. А подлинная ли монета? Похоже, но она ли? Что смущало больше всего, это специфичный цвет. Его вы видите и сейчас. Монета как будто бы немножечко белесая, не серая, не ярко горящая зеркальным полем, хотя в то же время блестящее поле очень хорошо просматривается, а именно несколько белесая. И даже орел матированный, красивый, но тоже какой-то приглушенный, белесый, а кое-где маленькие черные точки. Первая мысль, с монетой что-то делали. Может быть, подделывали редкую монету с буквами АР. Ну, и договорились мы так, что эту монету я могу показать известным специалистам, которые могли бы разобраться, подлинная ли монета, и почему она имеет такой странный, специфичный цвет. Было мне дано время, и смог я показать нескольким прекрасным специалистам, в том числе и уважаемому Сергею Юрьевичу, который является основным ведущим данного канала. И результат был неожиданным. Эта монета, как и другие серебряные монеты из той коллекции, в какие-то очень старые времена была покрыта белесым древесным лаком для сохранности. Ведь монете на данный момент почти 120 лет. Когда она попала в коллекцию, мы не знаем, но очевидно, что давно. Способов сохранения, известных нам сейчас, тогда не было. Не использовались холдеры в нашем привычном виде, не было пластиковых пакетиков. И многие коллекционеры действительно покрывали свои монеты, не только серебряные, но и из других металлов,
различными видами лаков, как этакая защита. Образовался поверхностный слой, который защищал монету от трения, от воздействия, от ударов даже. Эта монета, как и другие из той коллекции, оказалась покрыта таким белесым лаком. За долгие годы он потерся, кое-где появились даже, можно сказать, залысины, проявился рельеф, но в целом лаковое поле видно нам и в данный момент. Но а что за маленькие черные точки? Откуда образовались они? И вот один из экспертов дал неожиданный ответ. А ведь первые монеты знаком Александра Редька, как в 1601 году, так и в 1602 году, выпускались, в частности, и для коллекционеров, или, может быть, с целью награждения, в качестве полированного. Сейчас бы сказали пруф, хотя, конечно же, можно делать оговорки, что это именно полированные монеты улучшенного качества, имеющие характерное зеркальное поле, очень яркое. Как иногда выглядят по определенным углом наклона как раз монеты в качестве пруф, которые вы можете приобретать в наши дни. Они кажутся черными, с черным полем и характерным белесым рельефом на его фоне. И этот рубль был полирован, покрыт белесым лаком, который скрыл характерное черное поле. Но там, где лак чуть-чуть сошел, в маленьких отверстиях видно черное поле полированной монеты. Конечно же, оставил я этот рубль себе в коллекции. И вот у меня в коллекции замечательный рубль с знаком АР, что уже само по себе хорошо. Да еще к тому же и в полированном исполнении. Но выглядит немножечко специфично из-за характерного белесого лака. Сразу же монета обратила на себя внимание как необычная. Но для этого, конечно, нужно было увидеть много рублей, в том числе и первого года, чтобы увидеть ту самую необычность. И, конечно же, очень помогли консультанты, советчики, учителя, которые оказались рядом и смогли помочь разгадать загадку этой монеты. А я пополнил себе коллекцию. Но прошло какое-то время, а тот разговор о монетах АР я запомнил. И однажды увидел, не побоюсь этого слова, в интернете. Я вышел в интернет с таким вопросом. В каком-то далеком городе случайный человек, не нумизмат, продает полтинник 1901 года. Фотографии так себе. Почти ничего не видно. Видно даже, что монета, видимо, с тяжелой судьбой и походить успела, и потерлась. Но черное, характерное поле, практически асфальт, но только блестящий асфальт. Я даже не стал спрашивать про буквы на гурте. Понимаю, что человек также залезет в справочники, в интернет, начнет искать информацию. А просто увидев вот эту монету с характерным черным полем, о котором мне рассказывали, решил рискнуть и купил полтинник. И перед вами еще одно пополнение моей коллекции. Полтинник 1601 года с буквами АР на гурте, с характерным зеркальным полем, покрытым от времени, с характерной черной патиной, ну и, конечно же, матированный рельеф. Монета, вероятно, не очень хорошо хранилась в коллекции, терлась, на ней есть многочисленные повреждения, и тем не менее, это редчайшая монета, сейчас украшает мою коллекцию, и, опять же, призываю вас всегда помнить информацию, которую вам говорят, прислушиваться, запоминать, и, возможно, это позволит вам вот так угадать и купить себе редкую монету за, может быть, и небольшие совсем деньги. Призываю вас быть внимательными, смотреть наш канал. Мы постараемся по возможности давать вам как можно больше полезной вам информации. Подписывайтесь. Всего вам доброго.